Раннее утро, люди спешат на работу, все идет своим чередом. А у надземного перехода возле остановки транспорта таможня кипит работа. Сотрудники отмывают с поликарбоната граффити, срывают наклеенные в неположенных местах объявления, закрашивают надписи на стенах. Все это появилось буквально за выходные. На данном этапе проводим удаление надписей специальными средствами. С дальнейшей покраской. Хотелось бы, да, обратиться к жителям с просьбой помочь дирекции благоустройства, да, в нашем непосредственном благоустройстве города, чтобы оказывали содействие нам. Мы будем очень рады этому. Содействие в данном контексте означает совсем, казалось бы, простое – не портить городское имущество, выкинуть мусор в урну, а не мимо, не наступить на газон, сделать замечание хулигану, который достал баллончик с краской, чтобы расчертить стену. Но пока что повлиять на вандалов не получается. Регулярно убираем переход. Но люди относятся к этому по-хамски, постоянно закрашивают, приходится постоянно. То бы делали плановые работы, а приходится красить, мыть, оттирать вот это все спецсредствами. Такое воспитание, наверное. 5-6 рабочих дирекции благоустройства города половину трудовой смены потратят на то, чтобы убрать ненужные надписи на стенах и окнах перехода на таможне. Но знают, в следующие выходные, скорее всего, хулиганы вновь испишут все, до чего дотянутся. Потому что гражданское общество, увы, противодействует им слишком слабо, по крайней мере, пока.